Сыр горгонзола – это итальянский родственник знаменитого французского рокфора. Многие из вас наслышаны о необычном деликатесе – сыре с плесенью. Я предпочитаю сладкую горгонзолу, потому что у нее тонкий вкус, и я считаю, что она очень хорошо сочетается с закусками и первыми блюдами. Сегодня приготовлю брускетту с сыром горгонзола, грецким орехом и медом. Такая брускетта прекрасно подходит для аперитива, закуски и для шведского стола. Для начала обжариваем хлеб с двух сторон до золотистой корочки. Затем распределяем по кусочку сыр. Добавляем половину ядра грецкого ореха и сверху поливаем медом. Брускетта готова! Получается очень вкусно, попробуйте! Применений у горгонзолы огромное множество. Этот сыр добавляют в ризотто, пасту и пиццу. Многие из вас просили рассказать про артишоки. Это часть видео по вашим заявкам. Выращивать это растение научились еще в глубокой древности. Артишок – это одна из разновидностей чертополоха. Упоминание об этом лакомстве, которое употребляли как продукт питания, встречается в записях еще у древних римлян. Съедобная часть растения – это недораспустившиеся бутоны цветов, которые собирают до начала цветения. На прилавках Италии они появляются в начале зимы. Известно, что головка цветка имеет высокую антиоксидантную активность и превышает показатели других овощей. Антиоксиданты необходимы организму для очищения его от токсинов и для обмена веществ. Не буду много говорить о том, какой артишок полезный, вы и так, возможно, знаете. Вкус артишока трудно описать, но попробую это сделать. Он чем-то напоминает вкус грецких орехов, но имеет более древесные нотки. А консервированные артишоки сравнивают с маринованными огурцами. Не могу сказать, что попробовав однажды артишок, вы будете приятно удивлены и удовлетворены вкусовыми качествами. К этому продукту надо привыкнуть и попробовать его в разных вариантах приготовления, чтобы по-настоящему оценить вкусовые качества. Мне, чтобы распробовать и понять вкус этого деликатеса, понадобилось около 3 лет. Сейчас, когда наступает сезон артишоков, я стараюсь очень часто его готовить. И сегодня я покажу вам несколько простых рецептов приготовления артишоков. В пищу, как правило, употребляют бутон, мясистые лепестки и несколько сантиметров ножку. Их маринуют, фаршируют, жарят, используют как ингредиенты для пиццы, начинки пирогов, готовят омлеты и ризотто. То есть существует множество рецептов его приготовления. Для начала нам надо почистить артишоки. В глубокую посуду наливаем воду, добавляем пол-лимона, это для того, чтобы артишоки не потемнели. Очистка артишоков – это целая процедура, требующая определенных навыков. Надо удалить внешние грубые листья. Чистим бутон до того момента, пока не услышим при отрывании лепестка легкий щелчок. Отрезаем верхушку. Чистим ножку. И артишок готов к приготовлению. Сердцевина – самая вкусная и замечательная в артишоке. Я готовлю на один раз, поэтому нам достаточно небольшое количество артишоков. Готовим артишоки по-римски. Для этого нам понадобятся артишоки, петрушка, чеснок, соль и оливковое масло. Нарезаем мелко петрушку, чеснок, добавляем соль, немного оливкового масла. Артишоки любят соль, поэтому надо добавить чуть больше обычного. Все хорошо перемешиваем и этой смесью начиняем серединку артишока. По римскому рецепту еще нужно добавить ментуччо, это разновидность мяты. Она придает блюду особый аромат. У меня сегодня ее нет и поэтому готовлю без нее. В кастрюле разогреваю оливковое масло и выкладываю артишоки.
Накрываю кастрюлю крышкой и буду тушить минут 15. Готовность проверяем ножом. Он должен легко входить в артишок. И в конце уже без крышки поджариваем артишоки с каждой стороны до золотистого цвета. Артишоки по-римски можно есть как самостоятельное блюдо или подавать в качестве гарнира. Пора артишоков. Артишоки своим неповторимым вкусом дразнят нас, и мы готовим их почти каждый день. Пока сезон, надо успевать. Когда на улице прекрасная солнечная погода, наши прогулки затягиваются, и по возвращению домой хочется приготовить все быстро и вкусно. Этот рецепт как раз для быстрого приготовления артишоков. Я чищу их и нарезаю. На сковороде разогреваю оливковое масло с долькой чеснока. Как только чеснок подрумянится, убираю и добавляю артишоки. Солю и готовлю до готовности. Быстро и вкусно. А этот кусочек видео из моего архива. Так готовят артишоки по-еврейски. Неудачно подал свет, и кажется, что масло уже не первой свежести. Но это не так. Вот что значит неудачное освещение. Для приготовления артишоков по-еврейски артишоки чистят и готовят их во фритюре. Артишок опускают в кипящее масло, и там он раскрывается, как хризантема. Самые вкусные артишоки по-еврейски можно попробовать в ресторанах еврейского квартала. Еще я готовлю потроха барашка, сердце, легкие, печень, почки с артишоками. Этот рецепт очень старый и называется он «Коротелла кон карчофи». Когда весной мы выезжаем на природу, то обязательно запекаем артишоки на гриле. Мне кажется, это самый вкусный рецепт приготовления артишоков. Наше танго на кухне подошло к концу. Хороших вам выходных и до новых видео, друзья!